Акмолинский регион – родина великих борцов, таких как Кажимухан Муниатпасов, Балуан Шолак. Неудивительно, что в области растет число отечественных борцов и тренеров. Ветеран спорта Мурат Усубеков – уроженец села Арахте Кургалжинского района. Мужчина с детства занимался несколькими видами борьбы, имеет множество спортивных достижений. После окончания вуза устроился учителем физкультуры в школу, в которой учился. С тех пор прошло больше 30 лет. Ученики Мурата Тусупекова покорили множество спортивных вершин. Борцы села Арыкты не раз становились призерами различных чемпионатов не только областного уровня, но и республиканского. Мы тренировались, боролись в сельской местности. Не было возможности выезжать. Для нас это была мечта. Позже эта возможность появилась, и мы стали участвовать в республиканских и международных соревнованиях. Мурат Усупеков – призер чемпионатов мира по нескольким видам борьбы среди ветеранов. Таким образом, он стал примером для своих учеников. У меня много учеников. Когда они учились в школе, они брали уроки у меня и осваивали самые разные виды борьбы. Тюриген Ярасыл – кандидат в мастера спорта, многократный призер страны. Мой ученик Елтай блистает на чемпионатах страны. Рамазанова Назира стала чемпионкой Азии. Сам же тренер в прошлом году завоевал серебряную медаль на чемпионате мира среди ветеранов-самбистов в Греции, после которого стал мастером спорта международного класса. Зарина Бекалиева, Калымбек Мухамеджанов, Дархан Мужибаев, Алмаз Садвакасов, Кукши Ахпарат.